Рада приветствовать вас на канале «Модные новинки». Белое платье – это беспроигрышный вариант для обновления летнего гардероба. Оно универсально, к тому же будет эффектно смотреться в любом случае. В бесконечном движении шумного города, на пляжном отдыхе и на вечеринке. Все зависит от выбранного фасона. Сегодня предлагаю вам вдохновиться подборкой летних белых платьев. Приятного вам просмотра! Белый цвет всегда является неотъемлемым трендом лета. Это символ чистоты и легкости, способный придать свежести образу. Отражая лучи солнца, белое платье прекрасно подчеркивает загар и дарит ощущение легкости и праздника. Жаркие дни в самом разгаре. В летних коллекциях модных брендов можно было наблюдать большое количество одежды в белом цвете. Юбки, брюки, футболки, а главное платья светлых тонов, которые сейчас переполняют магазины. В этом сезоне дизайнеры советуют сделать акцент на любом из оттенков белого. В этом сезоне актуальны разные фасоны платьев. Это кружевные модели, выполненные из натуральной ткани, элегантные фасоны с различными вырезами и разрезами на талии, груди или спине, воздушные хлопковые платья свободного кроя и романтичные модели с воланами и оборками. А также не выходят из моды драпировка и сложный покрой. Не менее популярны шелковые и атласные модели. И, конечно же, не покидает нас главный писк многих сезонов – платья-рубашки. Сложно не потеряться в таком многообразии, но я уверена, что вы обязательно найдете для себя свою неповторимую модель. На этом все. Спасибо всем, кто оставался со мной и досмотрел этот ролик до конца. Если вы еще не подписаны на мой канал, буду очень рада, если вы подпишетесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока-пока. До новых встреч.